Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, канал Кошка 2015-BeadedFlowers, запятая цветы из бисера, запятая МК, что означает мастер-класс, и оператор. И сегодня у нас для вас новиночка, анонс на плетение вот таких вот чудесных, ярких и позитивных, а главное волшебных цветочков под названием цветик-семицветик. Идея создания такого цветочка была у меня еще в прошлом году, а в этом году дочка сказала: «Мама, дерзай, давай, ты должна это сделать». Я уж очень люблю вот такие вот яркие тона. Ну что ж, все вы, наверное, помните сказку Валентина Катаева «Цветик-семицветик». Написано это произведение было в 1940 году и посвящена была писателю Борису Левину. А впервые опубликовано в литературной газете и журнале «Мурзилка» тоже в 1940 году. Конечно же, про этот мультфильм мы с вами разговаривать не будем. Мы будем разговаривать про наши цветочки. В этой сказке причудливым образом сплетаются реальность и волшебство. Девочка Женя получает от старушки удивительный цветочек, семью разноцветными лепесточками, лепесточки цветов радуги, которые может исполнить любой ее каприз, если произнести определенные слова, да, заклинания. Ну что ж, вот у меня аж три таких цветочка. Оператор, давайте произносите заклинание и исполнит любой ваш каприз. Но для этого нужно будет выдергивать лепесточки из цветка. Не советую, я столько трудилась. Я действительно столько трудилась. Сейчас я покажу вам один цветочек. Вытащу его из вазочки. Вот, посмотрите, какая у нас здесь красота получается. Я захотела сделать вот такую вот круглую серединку. И вот такие вот чудесные лепесточки. Перевернем его. Вот. Все, конечно же, обмотано ниточками мулине. Тут у него и чашелистик присутствует, и аж три листочка. Высота, длина, ну, скажем так, да, высота. Давайте мы с вами померим. Примерно. Так, примерно. Не пугайтесь, я держу и камеру, и все делаю. Оператор освещения у нас тут держит. Ну, вот где-то 37-38 сантиметров. Вот такой вот чудесный цветочек. Поставим-ка мы его обратно. Вот так. Потом, конечно же, впоследствии я, наверное, буду дополнять этот букетик. Пишите, пожалуйста, если у вас есть какие-то идеи, что сюда можно добавить и какого цвета. Не думаю, что прям опять разноцветные, но мне просто интересно ваше мнение и, может быть, какие-то дельные советы. Пишите обязательно в комментариях. Ну что ж, вот мы взяли с оператором и положили их пока сюда, потому что сейчас я вам напомню, какой цвет что обозначает в сказке. Итак, первый лепесток, который оторвала у нас девочка Женя, был желтый. Обожаю желтый цвет, солнечный, да, желтый, золотой. Оно с древности воспринимается как застывший солнечный цвет. И желтый цвет в психологии выражает потребность раскрыться, да, и вот когда человеку не хватает солнышка, его тянет на желтый цвет. И что еще? Второй лепесток был красный. Нет, мамочка, я ничего не разбила. Это тебе послышалось. И закричала Женя, а сама она поскорее оторвала красный лепесток, бросила его и прошептала: «Вели, чтобы мамина любимая вазочка сделалась целая». Красный цвет – это цвет, который символизирует кровь, огонь. В психологии предупреждает об агрессивности и опасности. Но также это цвет любви, красоты, нежности и внеземных чувств. Третий цвет, синий, есть он у нас. Вели, чтобы сейчас же я была на Северном полюсе. Синий цвет очень насыщенный и очень холодный. Но не будем больше о нем. Четвертый лепесток зеленый. Я выбрала для своих лепестков вот такой вот цвет яркой молодой зелени. Вот он, вот он. Здесь присутствует. Все здесь, как бы положить. Может, вот так? Ну, пусть так лежит.
Не помня себя от страха, Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-семицветик, вырвала зеленый лепесточек. И что она? Она захотела домой обратно, да? И закричала: «Вели, чтобы я сейчас же очутилась опять на нашем дворе». Психология ассоциируется с пробуждением и стабильностью, исцеляет. Это не просто цвет, а цвет, получившийся наложением желтого и синего. Возвращение с холодной стихии воды с помощью солнечного света. Вот такое вот объяснение идет именно в психологии, мне очень нравится. Пятый — оранжевый, тоже ярко-ярко, вот такой насыщенный цвет, бисер у меня был оранжевый, матовый. Чтобы все игрушки, какие есть на свете, были мои. Оранжевый цвет действует возбуждающе. Ну, думает, я вам сейчас покажу, у кого все игрушки, да? Он стимулирует эмоциональную сферу, создает ощущение благополучия. Кстати, оранжевый обожаю. Шестой лепесток — фиолетовый. Фиолетовый цвет могущественный, самый сильный цвет. И этот цвет магов-чародеев. Вели, чтобы игрушки поскорее убирались обратно в магазины. Таково было желание Жени. Фиолетовый цвет помогает при негативных психических состояниях и восстанавливает гармонию и равновесие. Седьмой — голубенький лепесточек. Девочка бережно оторвала последний голубенький лепесточек на минутку, прижала его к глазам, затем разжала пальцы и запела тонким голоском, дрожащим от счастья: «Вели, чтобы Витя был здоров!» Да, к сожалению, этот цвет сейчас опошлен. И по этой причине меня многие отговаривали плести этот цветочек. Я обожаю и голубенький цвет, и фиолетовый, и синий, и желтый, оранжевый, и зеленый, и красный. Я вообще обожаю радугу, это чудесное явление природное. И я обожаю вот эти радужные цветы. И вам того же желаю. Пожалуйста, без всех предрассудков предлагаю вам сплести вот такую вот красоту, которая будет вас радовать. Захотите исполнить желание — пожалуйста, отрывайте лепесточки, если вам не жалко. Я их отрывать не хочу. Я их поставлю в вазочку и буду любоваться. Ну что ж, дорогие мои, для анонса, я думаю, более чем достаточно. Пожалуйста, пишите в комментариях, нужен ли вам мастер-класс, понравился ли вам цветочек, и с чем бы вы, с каким растением, с какими цветочками вы бы видели эти цветочки в вазочке, в букете, и какого цвета, конечно же. И обязательно подписывайтесь на наш с оператором канал. Кошка 2015, все хорошо, оператор, тире Beaded Flowers, запятая цветы из бисера, запятая МК, что означает мастер-класс. А новую надпись я пока не сделаю, но некогда мне. Уж простите меня великодушно. Ну, а на этом все. Всем пока-пока. До новых встреч!